Завтрак очень простой. Запариваю овсяночку соленую, солю ее. Туда добавляю перец красный и помидорки. Сейчас добавим. Посолили, маслечком залили, перемешали. Все, завтрак готов. Здоровый, хороший завтрак. Не надо утром кушать жареные яйца. Не надо кушать жареную колбасу. Упаси Боже вас жареную картошку с утра кушать. Вот. Ни в коем случае. Чтобы потом не удивлялись, а почему я такая полненькая. Чем больше жареного, тем больше болезней, тем больше калорий. Вот такой вот более-менее здоровый завтрак. Так, утро начинаем с такого питания. Так, девчонки, сделала только что свой завтрак. И у меня там поступил вопрос от девочки, от одной, вы можете посмотреть под коктейлями видео. Как похудеть быстро. Кстати, вот видите, я сейчас буду, вот я как всегда отвлекаюсь, прыгаю оттуда сюда. Но ничего страшного. Я потом вам расскажу, что я буду делать. Очень интересное. Тут, как видите, как цыганка собралась. Собираюсь уезжать в поездку и все складываю, устраиваю бардак. Ну ладно. Девочки, самый быстрый способ похудеть за 7 дней. Это 7 дней делать то, что я говорю. Вот завтрак я вам сейчас уже показала, да? Это так, чтобы вкратце, чтобы не описывать, что нужно исключить хлеб, картошку, сладкое, все мучное, жареное, жареные яйца, жареную картошку и так далее. Вот чтобы вам все это не перечислять, я вам так скажу. Первое правило запишите. Пить чистую воду, чистую, не газированную, чистую воду пить. Побольше. Чем больше, тем лучше. Не забывайте, просто идете даже по дороге, пейте. Второе. Ходить. Вы можете утром и вечером ходить. Но пройдите 2 километра утром, 2 километра вечером, если вы сразу не можете. Если вы не можете бегать, ходить. Ходить, не лениться, ходить каждый день. Ходить. Посчитайте, 1000 шагов пройдите. 2000 шагов. 2000 шагов уже почти километр. Посчитайте просто. Понимаете? И вы все поймете, как оно будет у вас уходить быстро. Итак, первое – вода. Да, записали. Второе – каждый день ходим, но это в течение недели. Третье – завтрак. Что на завтрак кушать? Я вот сейчас выложу в этом видео. На обед в предыдущем видео вместо супа, в предыдущем видео я показывала, как коктейль красоты делать. Пожалуйста, посмотрите его и выпейте этот коктейль вместо супа. Его можно выпить сколько хотите, не играет роли. Можете его есть ложкой вместо супа. Вот считайте, что это ваш суп. Все, на вечер. Что... И все без хлеба, девочки, все без хлеба. На вечер. На вечер хорошую большую миску или вазу салата сделайте. Любого салата, какого только вы хотите. Только не приправляйте этот салат майонезом. Можно оливковым маслом, можно немножечко подсолнечного, немножечко, вечером. Но не приправляйте майонезом, сметаной и всем таким прочим. Дальше купите чай для похудения на эту неделю. И каждый день пейте его примерно между вашим обедом и между вашим ужином. Пьем чаек. Все. Выдержите эту диету 7 дней, посмотрите, взвесьтесь только перед этим и в конце, и скажите, на сколько килограмм вы похудели. Все. Вот это самая простая и самая действенная диета. Но утром не забудьте поблагодарить Бога за то, что день уже начался. И не забудьте попросить у Него сил на то, чтобы выдержать эту диету. И все у вас будет хорошо. Я вас всех люблю. Целую, ваша Катя.